Добро пожаловать на канал Hardress.info. Сейчас я вам покажу, как видеорегистратор Chortau Dashcam можно перезагрузить, если вдруг у вас он завис. У меня такое только что было, и это очень полезная функция. Значит, вам нужна будет такая скрепочка, либо абсолютно любая, не такая специальная. Просто переворачиваете ваш видеорегистратор. Тут у нас есть надпись Reset и такое небольшое отверстие. Видите, он сейчас работает. Если мы вставляем в отверстие скрепочку, раз, все, один раз нажали, он выключился. И перезагружается. Вот так вот просто это можно сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!